В округе провели встречу в формате выездной администрации в поселке Красково. Местные жители задавали волнующие их вопросы руководству муниципалитета, представителям управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Подробнее расскажут мои коллеги. Екатерина Лаврененко живет на 2-й заводской улице. На встречу пришла с просьбой установить шлагбаум на придомовой территории. Жители, выходя из подъезда, сразу попадают на проезжую часть. Автомобилисты не всегда соблюдают правила дорожного движения, из-за чего на этом участке случаются ДТП. У нас за домом сразу же школа. Дорожка у нас маленькая. На протяжении 2-3 лет мы постоянно боролись с этой проблемой. У нас были массовые ДТП, сбивали детей на самокатах даже. Да, там просто машины летали. Просим об этом администрацию, чтобы нам сделали шлагбаум. Во 2-м Асавиахимовском проезде нет пешеходных дорожек. Обходные пути через Красковский лес перекрыли из-за строительства новой школы. Взрослые дети вынуждены ходить по краю проезжей части. Пришла по этому вопросу. Может быть, через школу, чтобы провели тропинку между, там получается, между садиком и школой. Возможно, тропинка, там есть место, как бы строители, то есть переговорила предварительно, когда я там рядом же живу с ними. У них там места достаточно. Рядом с лесом. Рядом, да? В лесу прямо. Да, планируется как раз выделение двух участков земельных в комитет лесного хозяйства. Мы, собственно, направили туда уже обращение. Да. Ожидаем, что положительный ответ в скором времени придет, и планируем там благоустройство. Также задавали вопросы, касающиеся здравоохранения, дорожно-транспортных и жилищно-коммунальных услуг. Узнать о предстоящих встречах можно на официальном сайте администрации или в социальных сетях. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.